В регионе запущен новый энергетический комплекс компании «Русвет Петром». Оборудование позволит значительно увеличить рациональное использование попутного нефтяного газа, доведя его уровень с 46 до 93%, а также улучшить экологические показатели производственной деятельности за счет снижения выбросов парниковых газов. Новый энергетический комплекс запустили посредством телемоста, который соединил северо-хасидоюское месторождение и столицу России. В пуске современного оборудования участие приняли губернатор Ненецкого округа Игорь Кошин, президент Социалистической Республики Вьетнам, также руководство компании «Зарубежнефть» и «Петровьетнам». Это проект роста на территории округа, потому что сегодня объем годовой добычи превышает 3 миллиона тонн нефти. И благодаря этому в округе сегодня уже не падающая добыча, а мы каждый год все больше и больше родине даем нефти. На территории Ненецкого округа «Русвет Петра» работает уже 7 лет. За это время компания стала не только площадкой производственного технологического сотрудничества двух стран, но и основой межнационального общения во всех сферах. Помимо прочего, регион намерен перенять те технологии, которые сейчас активно используют нефтяники. Те технические решения, которые найдены при обустройстве месторождений, мы обязаны использовать на территории наших населенных пунктов. Вы посмотрите, у нас ежегодная проблема то с котельными, то с трубами, то еще с чем-то. Мир все уже давно придумал. И самое интересное, что новейшие инновационные вещи используются в нашей же тундре, там, сотни километров от нашего же города, от наших населенных пунктов, но там почему-то мы это не можем использовать, а здесь нефтяники совершенно спокойно реализуют. Да, безусловно, это не дешевое удовольствие, но мы знаем старую русскую пословицу: «Скупой платит дважды», поэтому... Что касается расходов на нашу инфраструктуру, на нашу коммунальную инфраструктуру, будем брать технологии у наших недропользователей.